Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, что мне принес Беззубик? Давай-ка быстренько с тобой глянем. Янтарь. Так, точно, 1000 янтаря. Ладно, отправляем его на сражение. Бесплатно, естественно. Так, Громелька. Древесинку принес мне. Так, опять у нас пошли артефакты. У нас кристалл вон как вырос. Так, давай-ка мы его за рыбы, наверное, отправим. Так, Громеля отправим за древесиной. Пускай идет и добывает. Так, Барсик, что же ты мне принес, а? Ну-ка покажи. Яйцо. Ну, это яйцо не такое уж и редкое, так что оно мне не особо, как говорится, ценно. Так, а что вот мне сарделечка подкинет? Ну, тут два варианта. Тут два тусклого янтаря, поэтому один из них. И это... Сколько штук? 34, вообще мало. Очень мало. Ладно, мы его отправим тогда дальше. Может, на прокачку его отправить, а? Блин. Ладно, пускай пока он летит за древесиной. А там уже потом решим с ним, что делать уже конкретно. Так, Кривоклык принес древесинки. Отправляем его за рыбой. Грамгильда пускай летит на ремонт. Все это будет, естественно, бесплатно. Так, тут посмотрим, какое предложение. Да идите вы в баню вот с такими этими. Все за руны. Не буду я тратить вообще ни одной руночки не потрачу, чтобы купить там у вас что-то в этом магазине. Барыги. Так, ты лети за рыбой, ты лети за древесиной. Так, нам нужно, наверное, ветрокрыло отправить за железом, как всегда, потому что железо нам необходимо. А здесь за древесиной, тут за рыбой, тут за древесиной. Так. Ага, шторморез у нас прокачался. Сколько нужно для следующего уровня? Ну-ка, покажите. 109 лямов. Ну, друзья, придется тратить. Насобираем, потом опять потратим. Так, новая способность, это у нас у рыбьи хвоста. Но я его больше трогать не буду, пока нет надобности. Так, Буйволорд, иди-ка ты, наверное, у нас за рыбой. Здесь древесина. Тут тоже древесина. Так, погоди-ка секундочку. А где у нас модификрылка? Вот она, уже принесла рыбы. 47 миллионов. Замечательно. Так, ну что, сегодня мы с тобой должны пройти, в принципе, событие, которое у нас осталось. Монитодина. Так, ну-ка. Крылатый ужас, шторморез, ужасное чудовище. Ресы. Окей. 6 штук монет. И костолом, ужасное чудовище, громель. Так, кто у нас тут припрятался? А это водорез. Он обычный, поэтому мы его сейчас с тобой отпустим. Пускай летит. Ну что, давай посмотрим, что наши дракончики принесли нам. Так, опять мухомор, тусклый янтарь. Опачки, кстати, вот с этими нужно тоже посмотреть. Они у нас чисто рыбу добывают. Так, 170 лямов получили мы рыбы. Блин, что делать-то, а? Ладно, пускай добывает дальше. Понятно. Не было больше хижин рыболовных. Больше рыболовных хижин не было. Подожди секундочку, мы с тобой зеленую смерть не посмотрели. Все. Так, отправляем дальше. Ну и вроде бы все у нас по делам, да, как говорится, летают, добывают. А, нету. Ну да, получается, что все при делах. Так, а у нас что, разве нету? Конечно, есть. Янтарь есть, все. Загрузили. Заберем с тобой здесь, наверное, наши награды. Так, раз. Два. 10 рун лишними не будет. Так, и здесь забираем руночки. Все. Так, подожди, не все. Вот здесь тоже забираем 100 тусклого янтаря. Ага.
Так, переходим в награды. И загадочный пак. Так, ну что, получить? Что же нам здесь достанется? Шторморез, чудовище, кревет. И все. Всего лишь три дракона. Ну и остается у нас... Подожди-ка секундочку. Вообще-то еще пак мы можем с тобой открыть. Да что вы мне сюда суете-то? Редкий. Шторморез, ловорык, шипорез, древоруб, дикарь, кревет, дагура. И автоматически, главное, следующий на открытие поставился. Да куда? Подожди, вы что делаете-то? Меня не спрашивают. Так, еще у нас с тобой есть приз. Это событие. Так, 150 листьев. Вау. Так, в награды. Угу, 250 листочков плюс пак. Ареновский. Содержит элитных. Громыль, громобой, ужасное чудовище, парящий прихвостень и сарделька. Дальше 250 листьев. Потом руны, опять листья, янтарь, руны. В общем, все понятно. Ну что, у нас событие, которое мы сегодня должны с тобой допройти. Я надеюсь, у нас получится. Так, а что у нас в конце? Блин, янтарь. Ребят, в конце всего лишь три штуки янтаря светлого, блестящего, продается. Так себе награда, если честно. Ну что, ладно, две волны. Я уж думаю, мы как-нибудь здесь справимся. Попытаемся, по крайней мере. Надо в первую очередь нам шепот смерти. Опа, молодец, кривоклык. Скрыто его убрал. Так, водорез начинает выпендриваться, да, я смотрю. Начнем, наверное, с него тогда. Так, и укусик. Есть. Ну что, змеевик острокрылый, все, да выпендривался, сейчас будем тебя кромсать. Не знаю, что нужно хильнуться. Потому что у Барсика очень мало здоровья было. Добили. Ну что, вторая волна, и у нас опять шепот смерти. Так, здесь у нас еще и парящий прихвостень ко всему прочему. Наверное, я все-таки сделаю его вот так. Выбор в парящего прихвостня. Не знаю почему. Сейчас, наверное, вжарит, да? Нет. Не стал у нас тут мурыжить. Так, громорог. Дальше шепот. Пока живем, ребят. Пока все у нас окей. Сделаем небольшой отхил. Единственное, что вот у кривоклыка пониженная атака. Это мне не совсем нравится. Да хорош ты уже. Хотя это последняя волна, здесь можно немножко и расслабиться. Даже если кого-то потеряем, ничего страшного. Вот так, наверное, сделаю. И добьем. Ну что, громорог, все, попался. Ты нам ничего не сделаешь. Даже не смог кривоклыка уничтожить. А мы тебя подбили. Ну что, крутим колесо. Наше удачливое. Да ладно, вау. Плод мудрости. Так, и забираем с тобой пак. Загадочный. Так, дальше у нас что пойдет? Поединок с мини-боссом, потом обычный поединок. И в конце уже... А, еще мини-боссик будет, оказывается. Вот здесь, наверное, у нас сейчас пойдут сливы. Ну, я имею в виду слив именно наших... Прилив сил, груш. Потому что противник, наверное, будет сильным. А может быть и не будет. Так, ну что, здесь два кревета. Два шустрых кревета, да? Ну, против шустрых мы довольно неплохо справляемся, потому что у нас фиолетовые есть бойцы. Это именно Барсик и Шторморез. Они против синих просто офигенно бомбят. Так, погнали. Раз, два. Укус. Мы еще даже хильнуться успеем, да? Да. Успеем залечить наши боевые раны. И уничтожить. Так, вторая волна. Все фиолы. Ну, с фиолетовыми, конечно, тут будет посложнее чуть-чуть. Ладно, понижаем здесь броню. Сейчас мы этого шепота с тобой... Да ну, хорош. Ты смотри, что делает, а? Потихонечку-потихонечку они мне Барсика... раскурочили. Так, ну что, залечим рану тогда?
понижение брони. У обоих понижение брони идет. Поехали тогда. Тройной удар. Да выпендривался по ходу дела. Сейчас мы ему понизим броню. Так, ну что ты там вынюхиваешь, вырыскиваешь? Готов? Так, ты даже не вздумай. Ах ты. Лупанул. Да, ребят, лупанул довольно прилично, сильно. Ну что, залечим рану тогда еще разок. Я думаю, что шторморез здесь все, не жилец. У нас он никого добить не сможет. А мы скрыто его убили. Очередное колесо, которое дает нам 125 миллионов древесины. Ладно. Двигаемся дальше. Так, получается, у нас обычный сейчас поединок будет. Мы с тобой заберем потом пак и плавно переходим на мини-босика. И потом сразу же будет босс. То есть три поединка еще. А вот это плохо. Тут громобои, и это стражи. Сейчас мы их припаримся тут разносить. Хотя, если у нас... Блин, даже кривоклык очень мало наносит атаки. Естественно, с пониженной броней будет все намного попроще. Но все равно они сейчас начнут тут буянить. Зелень очень много наносит урона по фиолетовому. Так, ну-ка, минус один. Я думаю, что мы пока не будем с тобой тратить отхил. Здесь он не особо нужен нам. Возможно, на второй волне. Возможно, на второй волне. Или... Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Так, я вижу здесь стальной капкан. Опять же, громобой. И клыкокрив. Поехали, вот так начну. Сразу же отхил. Вот, где он что делает. Ну, блин, ну кривоклык, мог же его. Ну, там чуть-чуть осталось всего лишь-то его бомбануть-то. Ну, ё-моё. Зачем же ты так пасуешь-то, а, перед ним? Ну вот, началось. Так, мы успеем, да, мы успеем с тобой, наверное, использовать хил. Окей. Этот все-таки неизменен, да? Сам себе. Бомбит. Так, это, наверное, добьет сейчас мне. О, спасибо большое, что ты переключился. Давай добью, короче, его. А здесь понижение брони. Укус. Все-таки уничтожил, а? Вот все-таки подлец уничтожил мне дракона. Ну, мы его в ответ тоже убили. Так, забираем награду в виде 125 миллионов рыбы. Также мы с тобой забираем пак ареновский, содержит элитных 5 штук. Давай, давай, не стесняйся. Открывается он сразу. И выпадает шторморез, кривет, шепот смерти, парящий прихвостень. Все. Ну и, как говорил, мини-босик у нас. Мини-босик. Посмотрим, что он из себя представляет. Опа. Два штормореза. Ну что ж, начнем тогда со штормореза. С одного из них, вот, наверное, с этого. С ближайшего. Сразу сделаем так. Ну, они сейчас, конечно, тоже будут мне понижать броню, 100% тебе говорю. Опа, промахнулся парень. И этот промахнулся. Это что такое? Это что за такое чудесное, ребята, торжество, что они стали промахиваться очень часто. Видишь, уровня мы не видим, поэтому я не могу сделать какую-то корректировку. То есть, если бы я бы видел, что мы по уровню превосходим их, тогда да. Слушай, мне нужно, знаешь, что сделать? Мне нужно залечить раны, наверное, на нашему барсику-то. Иначе не ровен час его отдуплят. Так. Ну что, громобойчик? Ты посмотри, а. Все на своем стоит. Так, ну что, надо залечивать опять раны. Первую волну мы с тобой проходим, в принципе, без проблем. Посмотрим, что у нас там на второй. Кто у нас там мини-босс? Ох ты, их тут два. Скалы, две скалы, ребят. Плюс громорог. Блин, а они еще и... Они еще и зеленые. Твою ж дивизию. То есть они сейчас будут глушить одного за другим, получается, да?
плохо. Ну вот, начинается по Барсику атаки. Так, что нам сделать? Мы его добьем. Отлично. Так, Кривоклык, тут надо тебе уже будет как-то, я не знаю, валить их, потому что ты единственный дамагер по зелени. Ты достал уже, а? Бить моего Барсика несчастно. И опять, да, они ходят. А, ну Барсик, потому что в оглушении постоянно находится у нас, поэтому он не успел даже сходить здесь. Так, давай понижать броню. Добьешь? Вот так вот, Барсик, молодец, красавчик. Отомстил. Ну, мне кажется, сейчас его бомбанут. Хм. Не бомбанули. И это очень круто. Так, добьешь, Кривоклык? Отлично. И достается нам опять рыба. 175 миллионов. Окей. Ну что, Босяцкий, вот мы до тебя и добрались. Кто там у нас? Подожди, а почему у меня выносливости не хватает? Что за фокус это, а? Не успел, видимо, накопиться. Никаких вылетов не было сегодня, так что, видимо, просто не успел накопиться. Ладушки. Так. Что нам делать? Я, наверное, начну все-таки с громобоя в первую очередь. Красный все-таки, хотя громорог там тоже. Не знаю. Мне кажется, все-таки я правильно стал делать. Сейчас его уничтожим. Он еще и атаку себе повысил. Фига ты, парень шустрый. Давай-ка вот без этих выкрутасов, пожалуйста. Минус. Ну, теперь, понятное дело, будем громобоя брать. И в конце уже костоломчик пойдет под откос. Ну-ка, давай, наверное, его просто вот так вот забомбим сейчас. Ага, собирается глушить. Твою налево, ведь знает, куда бить-то, а? Смотри. Я знаю, что делаю? Вот так вот. Слепоту. Пускай теперь тыкается вслепую. А мы потихонечку будем его бомбить. Слушай, наверное, нам нужно будет отхил сделать. Потому что здоровья мало. Ну что ты там собрался делать? Ага. Не тут-то было. Кто босс? Ё-моё. Их тут три. Хофер, я смотрю, да? И два вида костолома. Наверное, начнем с Хофера. Ладно. Потратим. Так, раз, два, три. Они сейчас втроем будут ходить. Повышает атаку себе, да? Повышает атаку, это не есть хорошо. Барсику опять достается. Так, ну что, этого добьем. А вот этот с повышенной атакой мне не нравится. Сейчас куда-то бомбанет. Минус Барсик, ребята. Ну, я тебе скажу, что здесь мы все равно должны, в принципе, выиграть. Хотя, знаешь что, лучше нам, наверное, так вот сделать. А не зря ли я так сделал? Я надеюсь, выживет у меня. Ух. Хиляемся сейчас обязательно. Так, лечим раны. Ну и остается у нас последний костолом. Кстати, вот 10 прилив сил — это самое большое количество, которое у меня было за всю игру, что я играю. 10 штук еще не было накопленных. Так-с, выпендриваешься. На тебе, и добивай его, Кривоклык. Все. Событие, друзья мои, пройдено, как и обещал. Ну что же, крутим колесо. Забираем с тобой рыбу, судя по всему. 500 миллионов у нас уже накоплено, это максимальное количество. Ну и забираем с тобой чистый янтарь. Все. Отлично. Так, что у нас тут? Ага, я про тебя-то и забыл совсем. Ну-ка. Железо, железо. Давай не двигаться. Что-то мне кажется, что нам выпадет обычный пак, как и в прошлый раз. Давай-ка откроем с тобой наборчик обычный.
загадочный пак, в котором нам выпадет душитель, шторморез, ужасное чудовище, ну и все. Так, что у нас по пакам? Одно место свободное, ребят, поэтому давайте-ка, наверное, быстренько с тобой набьем сейчас. Заодно и пак вождя откроем, а авось там что-нибудь хорошенькое нам да выпадет. Так, и против нас кто здесь будет сейчас выпедриваться? Ух ты, ух ты, ух ты. Так, полезший прихвостень плюс змеевик. Начнем, наверное, с парящего. Так, сейчас ходит змеевик, они вдвоем. Потом мы хильнуться не успеем. Ну ладно, сделаем понижение брони. Вот сюда. Дальше ходит громорок. Мы добиваем с тобой парящего. Поехали. Так, он синий. А, ну в принципе. Ух, тихо, вы что делаете, ребята? Что творите? Кривоклыка оставьте, пожалуйста, в покое. Не надо его бить. Конечно, оставят они его. Хотят его уничтожить. Ай-яй-яй. Так, ладно, здесь добьем. А этот, наверное, все-таки уничтожит мне, да? Вот ты ушастый упырь, а. Ладно, месть моя будет тоже сладкая, так скажем. Давай ему вот. Пух. Адьюс, амиго. Я вижу здесь сардельку. Так, барсика вражеского. И кривоклык. Поехали. Хотя, да ладно, фиг с ним. У нас все равно нет зелени, поэтому пускай он там пыхтит нам все равно. Вот барсика надо уничтожить. У него двойная атака, хотя сарделька, вот, как по мне, она намного сильнее, чем барсик. Но то, что она зеленая, страж, мы его запаримся уничтожать. Поэтому так вот будет быстрее. Барсика. Я уже хотел сказать барсик пока. Но нет, барсика не стали его трогать. Так, кривоклык. Выпендривается, да? Барсик добьешь? Красавчик, молодец. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что вытворяет эта сарделина. Непутевая. На тебе. Интересно, он успеет кого-нибудь у нас ушатать или нет? Вряд ли. Не успеет, мы еще и отхиливаемся почти по фулочке. Кривоклык, ать, вот и все. Так, а здесь у нас кто? Кривет. Крылатый ужас. Ну и костолом. Давай, наверное, с кривета начнем. Ну что ты там пыхтишь? Так, он красный, два красных и один фиол. Окей. Да, жестко. Такое начало не очень веселое. Барсика все равно потеряем сейчас. Гаденыш, а? Ты смотри, что вытворяет. Ну что, попробуем, наверное, хоть как-то прожить этот с усиленной атакой. А что мы сейчас можем с тобой сделать? Да ничего. Ой-ой-ой-ой-ой, понятно. Есть. Так, ну что, остается костолом. Трындец, конечно. Я не знаю, смогу ли я его, успею, точнее, ушатать или нет. Пускай он там пока тратит. Раз. Давай-давай, свое пламя. Не стал, да? Если выживем сейчас, то я его успею добить. Пока, мурзилка. Вот и все. Ну что, друзья мои, выпал нам обычный пак. И мы заработали с тобой на пак вождя. Ужасное чудовище, шторморез, вострозуб, громобой защитник, барс и вепрь. Все. Так, здесь у нас наградушки. Так. Давай-давай, не стесняйся, бери. Слушай, а может быть где-то есть рекламку глянуть, нет? Нет, к сожалению. Хотя, посмотрите еженедельные видео. Ну, нужно 8 штук, ладно. Одну сейчас можно глянуть прямо сейчас. Так, ну что, ребята, мне дали всего лишь посмотреть 5 реклам. Дальше почему-то прекратило у нас. Ну и, в принципе, все. Да, я думаю, что можно смело закругляться.
ждать какого-то нового события, но пока оно не предвидится. Ну, а пока оно не предвидится, я буду потихонечку, наверное, копить рыбу. Кстати, у нас 500 миллионов рыбы. Давай-ка мы, наверное, кому-нибудь повысим уровень. Где-то я вот здесь видел. Так, 83-й, 89-й. Так, ну-ка, вернись, родной. Я тебе повышу левел. Угу, не хватает. А так бы он был у нас 90-м уровнем. Ладно, лети за древесиной. Вот так вот будем потихоньку-потихоньку прокачивать. Кстати, у нас же вроде бы... Ты-то что сидишь? Ну-ка, быстро-быстро за железом полетел. У нас же кто-то, по-моему, здесь 69-й, так, 86-й. По идее, мне вот этих вот выгоднее, ребята, прокачивать. Почему? Объясню. Во-первых, чтобы поднять его до 90 уровня, мне нужно всего лишь 45 миллионов. Там нам понадобилось, чтобы перевести на 90 уровень, понадобилось 150 миллионов. Так что выгоднее вот этих вот мелких прокачивать. Но, как ты понимаешь, выхлопа у нас не будет. Они будут у нас работать, но приносить очень мало ресурсов. Хотя, ты знаешь, я думаю, плевать. Нам побыстрее сделать 12 драконов сотого уровня. А потом уже можно, в принципе, прокачивать и крупных. Потому что у нас дровница увеличится, у нас увеличивается лохань рыбная, да? И, соответственно, нам будет проще. Проще и быстрее всех прокачать. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.